Внимание, внимание, внимание! Чтобы получить 200 голды, тебе надо прямо в эту секунду поставить лайк, подписаться на мой канал, подписаться на мой второй канал, ссылка на который есть в описании, а также написать хороший комментарий плюс свой ID. Ну что же, всем желаю удачи, а мы идем дальше. Приветик всем, ребята, Кента пока на проводе, и сегодня у нас будут крафты, но это будут необычные крафты, потому что ходит такая легенда, что именно при этом крафте можно окупиться и быть в плюсе почти 100%, поэтому мы, ребята, проверим. То есть я буду крафтить P350 Skull, а также G22 Inferno, и ходит такая легенда, что при крафте данных замечательных пистолетиков нам может выпадать АКР Карбон, и мы всегда будем в плюсе, поэтому мы, ребята, все это проверим, а вы, пожалуйста, в свою очередь поставьте огромный лайк и подпишитесь на мой канал. Ну что же, а мы начинаем. Так что давайте, черт возьми, мы возьмем и окупимся. Поехали. Первый наш крафт, и мне выпадает АКР Карбон. Черт возьми, это то, о чем я говорил. Это, ребята, не постанова, это правда. Это то, о чем я говорил. Очень часто выпадает АКР Карбон, и мы окупаемся, и мы в плюсе. Давайте дальше. Это очень-очень хорошее начало. Давайте крафтить дальше. Это уже второй крафт, и мне выпадает... Как вы думаете, что? Как думаете, что? Фомас Хул. Но это уже немножко похуже. Увы и ах, но... Ну, не всегда же нам должно вести. Так, это третий крафт. Ну, ничего себе, кстати. Смотрите, как много вещей я крафчу. У меня было сколько? 260 предметов. А пупеть, как много. Ну что же, вперед, вперед, вперед в бой. Опять АКР Карбон, да черт возьми, это реально работает! Это всего лишь третий крафт, и мне уже выпало 2 АКР Карбона. Я в шоке, я просто в шоке. У меня явно нету слов. Давайте дальше. Блин, я, конечно, ожидал всякое, но чтобы такой результат, это просто имба. Поехали дальше. Опять АКР Карбон! Обалдеть, просто обалдеть, я в шоке. Я реально нашел рабочий и, самое главное, легальный способ фарма голды. Опупеть. Ребят, пожалуйста, ставьте лайки, потому что если будет много лайков, я вам расскажу еще парочку таких крутых способов. Обалдеть, просто обалдеть. Сколько мне выпало? 3 АКР Карбона с 4, да, крафтов? Я в шоке, я просто в шоке. Ну что же выпадет в этот раз? Как вы думаете, что? P350 Rally, но это уже чуть-чуть похуже, но ничего, мы все равно в плюсе. Пожалуйста, АКР Карбон, не подведи, АКР Карбон. Ну нет, ну все так хорошо начиналось, как, да какое P350 Rally? Оно вам вообще не надо. Давайте дальше. Так. А ну иди сюда, АКР Карбон, иди к папочке. Да алё, гараж, что такое? Так, чёт начинает черная полоса. Вот тут все так было хорошо, вот так хорошо видео началось. Я просто в шоке. Так, давайте дальше. Фомас Хул, ну опять же, это не то, чего мы хотели. Ну что ж, вперед. P350 Rally. Так, что-то, ребят, начинает мне не вести. Опять черная полоса какая-то началась. Вот все было так хорошо, все было так великолепно, но... P350 Rally меня немножко пугает. Давайте дальше крафтим. M40 Beagle. Да сколько можно? Да сколько можно? Это что такое? Ну просто не знаю. Ну все так хорошо начиналось. Все было так прекрасно. Все было так замечательно. Идемте дальше. АКР Карбон. Да, детка. Да. Да. Именно ради тебя я тут. Ой, какой он красивый. Какой он сладенький. Идемте дальше. Опять крафтим пистолетики. Крафтинг. И нам нужен именно АКР Карбон, и больше ничего, кроме него. Да, детка, да. Да, детка, да. Да, да, опять белая полоса, обожаю, просто обожаю крафты. Если мы наберем 8к лайков, я сниму продолжение. Так что, ребята, ставьте лайки, как только набираем 8000 лайков, я сразу же кабанчиком иду снимать продолжение. Так, так, так. Не, это не то, это не то. Я, конечно, извиняюсь, но это не совсем то, что я хотел. Давайте дальше. Вот это да, вот это. Вот приятно смотреть на данный скин. Опять АКР Карбон. Блин, ребят, сколько мне этих скинов выпало, я просто в шоке. Ё-моё, реально очень много АКР Карбонов мне повыпадало. Уже, наверное, штук 5 или 6 точно. Так, давайте дальше. P350 Rally, ну, так себе, так себе, так себе, так себе.
Вот я чувствую, сейчас выпадет такая карбон. Смотрите. Но я же говорил, опять Акэр Карбон, опять мой маленький, мой малыш. Какой он замечательный. Ох, блин, как же я обожаю крафты, вы даже не представляете. Ребят, крафты реально очень крутая штука. Кто бы что там ни говорил, но крафты это классно. Фомас Хул, правда, так себе, но крафты классные, хорошая штука. Крафтим дальше. Так, а у нас осталось предметов ровно на 8 крафтов. Уже на 7. Так. Опять АКР Карбон, да сколько уже можно? Я, конечно, извиняюсь, но, ребят, что-то слишком много АКР Карбона у меня выпадает. И это, конечно же, меня очень радует. Напишите в чате, сколько АКР Карбона вы насчитали. Вот мне просто интересно. И мне выпадает опять АКР Карбон. Опять. Блин, вот что-то мне так подсказывает, что все-таки это работает. Это реально работает, потому что я уже миллионный раз открываю, мне выпадает АКР Карбон. Это реально круто. Вот если и сейчас выпадет АКР Карбон, то я просто буду в шоке. Я в шоке! Я реально в шоке! Блин, это тупо имба, ребят, я нашел. И самое главное, это все легально, за это не банят. И это действительно есть, и оно по-настоящему работает. Блин, как же это круто, как же это круто! Вы даже не представляете. Так, у нас осталось предметов на 4 крафта. Окей. Не проблема. Мне вот, ребята, интересно, как думаете, вот это совпадение, или так и должно быть, или это фича? Вот как думаете? Напишите, пожалуйста, в чате, мне просто везет, или это фича? Просто я, ребята, проверял уже очень много раз, я к этому видео очень долго готовился, и реально я заметил, что именно на этих пистолетах очень часто выпадает АКР Карбон. Я понял, что это реальный фарм голды. Опять АКР Карбон, опять мой маленький, мой миленький АКР Карбончик. Ох, как же я обожаю крафты, какая же это профитная штука. Ну что же, давайте подведем небольшой вывод. Черт возьми, это работает, это реально круто, и мы в плюсе. Блин, это самое главное. Ну что же, на такой вот прекрасной ноте, у меня еще выскочила ошибка, на такой прекрасной ноте мы закончим наш видеоролик. Ребята, обязательно поставьте огромный лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну что же, а с вами был ваш Кент АПК, всем удачи и всем пока. Пока-пока!